Всем-всем большой привет, мои хорошие. Как у вас дела? У всех, надеюсь, все хорошо, как всегда. Купила я себе телефон. Ну, у меня давно был микрофон, конечно. Купила я вот такой переходник. Думала, дело в этом, что у меня микрофон почему-то... я один раз снимала, мне не понравилось. Купила вот такой переходник и... Честно, что-то попробовала, толку нет. Ну, может быть, попозже потом еще разберусь, посмотрю, как правильно все делается. Попробую снять все-таки с микрофона. Так я хотела снять. Такой сухой хруст. Это такой у меня большие кусочки здесь. Это Севрюкова. Просто хочу похрустеть с вами. Давайте приступим. Напудренный. Сухой. Но от такого кусочка тоже неудобно хрустеть. Прям напудренный. Думала, мягкий, поэтому будет и от такого куска легко кусаться. Но нет, все равно трудно. Thank you.
Чисто меловой вкус. Такой больше по белочи. Не знаю, где откусить. Такой кирпичик уже стал. Я им, наверное, не дохрущу, потому что он уже неудобный. Неудобно откусывать. Нахрустелась я. Вот такой кусок уже прям, ну, неудобно его кушать. Хруст. Хруст, конечно, у него звонкий, но он такой сухой, ближе к побелочным сортам, вкусам. Для любителей. Я больше люблю жирненькие сорта. Все. Всем спасибо за внимание.
за просмотры. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.